Самые старые кадры о демонстрации 1 мая в Краевом центре датируются 50-м годом. Даром, что они сохранились без звука, но в сущности все понятно без слов. На трибуне первые лица, в колонне торжественным парадом проходят представители предприятий, демонстрирующие достижения нашей промышленности. Тракторы, комбайны, особо прекрасны сеятели, олицетворяющие успехи сельского хозяйства. А вот вам Кагановический район, который, помнят ли все, только спустя 7 лет, в 57-м году переименуют в Октябрьский. А Сталинский район Красноярска лишь в 61-м станет центральным. Эти песни-пляски в нашем городе уже по поводу 1 мая в 54-м году. Радость и ликование – это совершенно искренне. Ведь яркими зрелищами спустя 10 лет после войны люди были не избалованы, а тут такое. Огромный шар глобус, взлетающие в небеса голуби, детей даже самых маленьких на демонстрации люди страны Советов потому брали почти всегда. В 1956 году только началось строительство Красноярской гидроэлектростанции, потому колонна ГЭС-строя была, безусловно, главной. Впрочем, как и лозунг, вошедший во все школьные учебники истории фраза Ленина «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». А еще сохранились кадры демонстрации трудящихся Норильска. Главная площадь многолюдна, хоть и, судя по одежде, в начале мая в северном городе до тепла было еще очень далеко. Главная отличительная особенность празднования 1957 года. На тот момент культ личности Сталина разоблачен с подачи Никиты Хрущева. И, как следствие, с глаз долой и сердце вон. В руках демонстрантов исчезли портреты вождя народов. Вместо них появился Никита Сергеевич. На трибуне, как утверждают архивы кинохроники, старые большевики Григорий Просфирин и Александр Детлов. Год 59-й мало отличался от последующих колоний, все те же предприятия, которыми не зря гордился край. Электровагоноремонтный, телевизорный, комбайновые заводы. Все та же картинка и в последующие годы, наверное, вплоть до конца 80-х, начала перестройки. Ну а потом, хоть дата 1 мая осталась красным днем календаря, отмечать население стало День весны и труда. Расти, расти, моя зарплата, чтоб покрывала все затраты! Хоть теперь для многих 1 мая это лишь повод просто отдохнуть, развлечься или начать дачный сезон, демонстрации все ж проходят. Совсем, конечно, под другими лозунгами. В более неформальной обстановке, зачастую с большим количеством задорной, энергичной молодежи в колоннах. Но по-прежнему с участием порой даже и первых лиц, которые теперь не на трибунах, а ближе к народу. Праздник стал менее заорганизованным. Праздник стал действительно тех людей, кто считает необходимым прийти на шествие. И он стал более понятным людям. Поэтому я думаю, что этот праздник будет жить всегда. Почему? Потому что труд – это основа развития общества. Мир, труд, май! Встречает 1 мая! Мир, труд, май! Встречает 1 мая! Наталья Кичина, новости ТВК. Проект создан при поддержке «Енисей кино».